Сбитый на зебре пешеход набросился на автомобиль. Дорожный инцидент произошел во вторник вечером на пешеходном переходе на улице Генерала Хлебникова. Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не притормозил у перехода и наехал на мужчину, переходившего дорогу. Пострадавший, несмотря на удар, все же сумел устоять на ногах и сразу поспешил отомстить обидчику. Догонять, правда, не стал, решил проверить, в порядке ли его спутница. Водитель с места ДТП скрылся. Погодные условия сейчас вносят коррективы в дорожное движение, поэтому водителям стоит быть всегда внимательными, поскольку пешеходы носят темную одежду, и очень часто в условиях недостаточной видимости и в темное время суток их попросту не видно. Поэтому выработайте у себя навык снижать скорость при подъезде к каждому пешеходному переходу. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют пешеходам в избежание несчастных случаев и происшествий в темное время суток носить светоотражающие элементы.